Спасибо. Следующее стихотворение для меня несет одну очень важную истину, которая и помогает мне во многом быть счастливой и оставаться собой. Эту истину подарили мне мои замечательные родители. Я думаю, многие из вас знают эту историю, но не все об этом. Прежде чем прочитать следующее стихотворение, я хочу поделиться с вами. Однажды на мой день рождения, к своему удивлению, я увидела под кроватью огромную коробку очень вредных, моих любимых конфет, которые, конечно же, мне не разрешали, как и большинство детей, не разрешают сладкое. Я очень удивилась, и сверху лежала записка, которую написали мне моя мама с папой. Наслаждайся, но никогда не бери больше, чем тебе нужно для счастья. Следующее стихотворение «Соблазн». Ничего не дается сразу, не воротится время вспять. Контролируй свои соблазны, чтобы душу не потерять. Не ищи потеплей ночлега и запомни, коль ты краса, если к зеркалу часто бегать, риски есть потерять глаза. Любишь вкусно поесть? Попробуй кашу манную на воде, контролируй свою утробу, приучи ее к пустоте. Любишь деньги, раздай прохожим, любишь выпить, попей воды. Будь к себе и честнее, и строже, к исполнению веди мечты. Любишь бегать босым по свету, встань в горах и не шевелись. Обещаю, что через лето ты по новой увидишь жизнь. Выгоняй из себя заразу, лень гони, как сутулость с плеч. Контролируй свои соблазны, чтобы душу свою сберечь.